Добрый день. Это все я ношусь со своими яйцами. Вот у меня утки в теплице, которых я не могу никак переселить, потому что не садятся в другом месте на яйца. Ничего у меня не получается. Но вот сейчас вот на летнем выгуле у меня уточка конкретно села на яйца. Я часть у нее яиц уже забрала из-под нее. Приложила другой. Они одновременно сели. Вот, сейчас вот принесла из теплицы яйца. Вот, из теплицы яйца принесла. Сейчас буду вот под эту утку подкладывать. Потому что в теплице все равно жара неимоверная. Вообще не знаю, что получится. Бедные там утки. А с ума сходят просто. Мне их жалко. И яйца жалко. Вот сейчас вот будем пытаться. Значит, там осталось где-то яйца 2 под ней, наверное. Сейчас я у нее заберу. Тихо, 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 моя хорошая. Тихо. Дай мне вот эти. Положу другой уточке. А под эту яички положу. Да, 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 да. Ой, какая молодец, молодец. Молодец, молодец. Вот забрала у нее. Те вроде бы больше нету ничего. Ну-ка, дай посмотрю. Да, моя хорошая. Все, моя хорошая. А теперь подкладываю вот эти под нее яйца. Из теплицы, которые. По-другому ничего не выходит. Так. Ой, эти горячие яйца. Это ужас просто. Просто кошмар. Так. Ну, давай, ты сейчас там сама себе их распихаешь как надо. Ты моя умничка. Ты моя хорошая девочка. Да. Да, здесь надо бортик тебе будет поставить, чтобы не выкатывались. Вот чем эти гнезда плохие. В колесе вот очень хорошо не сидят. У них так хорошо все. Все отлично. Вот, все взяла, приняла. Все хорошо. Молодец, закатывай. А эти ее 2 яйца я понесу под другую утку. Которую вот я как раз из теплицы вытащила. Она тут на чьих-то яйцах. От меня утки прячут яйца. Ну, как обычно, вот в излюбленном месте. Вон, сделали дырку в земле, как всегда. И вот туда. На тебе, на. На. Давай.